Дорогие друзья, мы продолжаем. Занимайте места согласно купленным билетам. Которую Серега, в общем, не услышал, и мы, это новая песня. К сожалению, я собирался, там было две новых песни, я их записал дома у себя в порто, в такой портативной студии, и собирался отправить ему на e-mail, вот, но вот не получилось. Называется эта песня «Перспективы». Очень много у нас сейчас говорят о перспективах. Мы живем в каком-то будущем времени все время. Настоящего времени нет, есть будущее, в котором все будет хорошо. Все время это продолжается. Чем больше у нас президентов и претендентов на это дело, тем больше у нас перспектив. Вот песня называется «Перспективы». Ой, много куришь, брат, а ты моя дурень. Неважно, выглядишь по правде, говоря. Сидишь без денег, так купил бы лотерею. Не веришь в лотерею, это зря. От пессимизма до инфаркта путь недолг. В каком мы месте, говоришь? Нет, извини. Ведь это ж узкий взгляд, а ты, брат, не проктор. Смотри, брат, шире, в перспективу загляни. От перспектив лотерейны ты билетик вытяни. Охеренный там будет выигрыш. Дом высокий.
компании, яхта белая, лотерея, брат, дело верное. Сел в кафешке, выпил пиво, скушал беляши. Эх, жизнь дерьмо, но перспективы очень хороши. Эх, жизнь дерьмо, но перспективы очень хороши. Раньше по нужде бывало вышло пригород, кругом раскинулась советская страна. И в перспективе коммунизм лет через 40. Вот это перспектива, мать честна. А нынче вы на балкон хотя бы догляньте, кругом раскинулась неведомо чего. И в перспективе все один и тот же дядька, не говоря, что 9 жизней у него. Самолет летит, мотор работает, в нем премьер сидит, по фене ботает. Вы, говорит, замучитесь, все тут пыль глотать. Глядит грядущий, ему лучше знать. С Кремля шлют директиву, сядь и запиши. Первое, жизнь дерьмо. Второе, но перспективы очень хороши. Эх, жизнь дерьмо, но перспективы очень хороши. Пришла статистика, что во втором квартале возрос прирост по темпам роста воровства. С такой динамикой, говорят, все то, что не украли, да украдут лет, года через 2. Когда сопрут последний рубль эти жмоты, тогда исчезнет добровольно наша власть. И все начальники уволятся с работы. А нафиг власть, раз больше нечего украсть. И будет родина гладно скроена, все распродано, все пристроено. Будем голые и голодные, зато гордые и свободные. Как все складно и красиво, скажем от души. Жизнь, братцы, дерьмо, но перспективы очень хороши. Эй, жизнь, дерьмо, но перспективы очень хороши. Укрыла мир ночного неба плащаница, вверху горит луны приглушенный ночник. Видать, и Господу на облаке не спится. Ворочается, думает старик, на судном дне нас всю воскресшую ораву поделят. Грешники, скажу, налево становись. Мы влево дернемся, нам скажут нет, вам направо. Туда, где те, кто мучились всю жизнь. А россиян в раю, как летом в Турции. Когда-то ж положен отдых нам по конституции. Под любым кустом там и стол, и дом. Ой, а бабы там. Но это все потом. Что сидишь такой плаксивый? А ну, давай пляши. Жизнь, братец, дерьмо, но перспективы очень хороши. Жизнь, дерьмо, но перспективы очень хороши. Спасибо, я... Молодец! Ну, такие улыбалы. Серёге жалко не было. Он бы отреагировал. Как он любил такие выкрики из зала. Они
знаешь, а я писал, когда он был еще живой. Много куришь, брат. Да. Ну ладно, а я просто думал о том, что спеть еще из того, что ему нравилось. В принципе, конечно, он был очень требовательный человек. Он не давал мне, как бы это сказать, точнее, скурвиться, в том смысле, что какая-то, знаете, поросятина, как он это называл, какая-то поросятина. Я когда писал, оно же когда пишешь, чувствуешь, когда хорошо, а когда вот немножко все-таки подбавишь поросятину. Ну вот когда чувствуешь, что поросятина идет, думаешь, Костюхин же шпатла, он же не пропустит. Понимаешь? Он, конечно, он не был у меня цензором или там, ну было неудобно перед Серегой. Понимаете? Он все время говорил, ну что, давай разнообразь какие-то музыкальные приемы. И заставлял, гад, не то чтобы он, так сказать, кровью меня попил, он, конечно, был засранец большой. Я с его точки зрения тоже был негодяй абсолютно. То есть мы, ну это я так преувеличиваю, но тем не менее, у нас, мы как старые супруги, понимаете, и вроде надоели уже друг другу до смерти. И друг без друга уже не можем. И вот когда он ушел, я просто... Я ему, ну гад же, Серега, опять нажрался, опять в Гамбурге, ну что, понимаете? Мы играем, значит, древнегреческую песню, есть такая «Крисин государства», и там у Мишани есть соло, где он играет сердаки. Да-да-да, такое очень техничное, красивое, очень такое шоу такое, да? И вдруг Серега, который никогда такого не был, он вдруг встал и стал плясать сердаки. То есть мы немножко очумели, конечно. Даже есть запись где-то. Я вот хочу эту запись найти, у меня где-то дома сидит. Я ему всю году хотел показать. Сказать, вот смотри, вот так не надо делать, как ты делал. Но он почувствовал себя древнего грека. Он же был естественный, как дождик. Вот, и, конечно, и крови пил, немного, не литрами пил. Ну, по 50 грамм, перед концертом бывало. Ну, в общем, я подумал о том, какие песни он любил. Вот он, «Свободную частицу» он очень любил. «Свободная частица» называется песня. Ты знаешь, Петя, я зауважал науку. Сейчас такое злое время на дворе. Страна не та уже давно, а скорость звука все та же, что при батюшке царе. Ах, как печально, на бинке сидит ворон. Пришли Лопахины и вырубили сад из вечных ценностей. Ну что, один закон кулона, да площадь круга все еще пи-эр квадрат. Народ стал счастлив, с непривычки мается. Стабильность, кушай тюрь и толстей. А вот вселенная тихонько расширяется, причем без разрешения властей. А нам бы взять пример природу, а нам бы возлюбить свободу. Растет сознательность и гребнет рубль, и лишь мозги одни идут на убыль. Все девять муз, рожденных мнемозиной, удавленной веревкой бельевой, жива лишь муза телевидения, это мужчина, но с женским торсом и ослиной головой. Певица Б пришла со свежим кавалером, актер счастливцев бросил пятую жену. Какая жизнь, масштаб Шекспира и Гомера, испытываешь просто гордость за страну. Какой гламур, какие глянцевые лица, летит сквозь них элементарная частица. Сквозь тесто, как сквозь пустое место, пустому месту не пристало пузыриться. Эх, нам воспалить, как птицы. Эх, нам бы взять пример с частиц. Она свободна, жаль ее не видно, как гражданин. Это
часто мне обидно. Народный вкус, что на свете есть нейтрино. И дуализм корпускулярно-волновой. Всем правит бог стяжательства для мужчин. С хорошим галстуком и волчьей головой. А все давно уже написано в скрижалях. Забыли мы ветхозаветную мораль. Во многих деньгах, Петя, многие печали. Умножая день, умножаешь печаль. А с многогрешной тоже дети культуры алкают денегом все слабые натуры. Не стыдно, что алкаю, из горя я лакаю и пересчитываю весь в слезах купюры. Мне б самому открыть что-нибудь такое. Ну хоть закон переливания из порожнего в пустую. Но курица не птица, я тоже не копица. Лежу, коплю в себе энергии покоя. Вот ты частиц проявляй упрямство. Давай, солёная, пронзай пространство. Мы не способны, чуя есть дела. Как гражданину, это мне коса. Летит нейтрино сквозь рогатки и припомни. Не замажай его, нейтрино не зашлёт. Закон кулона не объявишь вне закона. Но разве что через басманный суд. Нет, Петя, рано упразднить инквизицию. А ей бы поработать над страной. Мы пригласим Джордана Бруно в оппозиции. За неимением оппозиции иной. А по закону Петя третьему Ньютона. Чем больше давят нас, тем больше оборона. Да здравствует наука! Мы пьем за скорость звука, за Менделеевым пьет и лапирома. И пусть цена потугам наши 3 копейки. Меняйте гимн, закон, устой, устав, уклад. Но в лучах круга на неприсной вовеки. Упрямо всем на зло. Питер квадрат. Эх, нам мы воспарим. Эх, нам бы взять пример с частиц. Она свободна, жаль ее не видно, как гражданин. Это мне обидно. Так я жене тоже говорю, она не верит. Я хочу сейчас пригласить на эту сцену Шурика Платонова, с которым мы, да, много выпили. Нет, немного выпили в свое время. Я о Шурике скажу немножко позже подробно. Просто Шурик приехал из Калифорнии, и, так сказать, ну, и не спеть пару песен, это было бы западло. Шурик с нами записывался буквально начиная с 3-го диска, когда они пришли с Серегой, пришли Кудрявцев, Шурик и Серега. Пришли 3 человека, такие 3 таких музыканта, и сказали, что у вас там за материал, молодой человек. Я им дал материал, мне показалось, ему он понравился. И с тех пор, это был 98-й год, и с тех пор мы, Шурик участвовал практически в записи, ну вот, там, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, пока не уехал. А что такое, что у вас даже? Жеку, пожарите Жека, а зачем Жека? А, Жека на барабанах играет. Жека, ты же на барабанах играешь. Я забыл, тут у нас небольшой джем-сейшн, потому что это все не планировалось, но просто Жека из группы ГРАС. Вместе, раз уж пришел, что, пускай уж стучит. Женечка, замечательный совершенно барабанщик, который тоже участвовал в записи одной из пластинок. Сейчас они все включатся. Да? Султан Брюней называется. Ну, не важно. С
Султан Брунея называется песня. А когда-то Султан Брунея Балкиах 836 был самым богатым человеком в мире. Но с ростом благосостояния россиян, как я обычно говорю, он переместился в третий или четвертый десяток бедолага. Сидит там со своими вонючими миллиардами. Ну вот я написал такую песню, называется «Султан Брунея». Жизнь идет правой строго, парикмахеры стригут, дети скат, шахтеры роют, заключенные бегут. Каждый свято исполняет предназначенную роль, энтропия возрастает, дорожает алкоголь. И султан Брунея, простой султан Брунея, не думает, почем коньяк, от праздности болея. Слышь ты, султан Брунея, давай-ка жить дужнее, меняй-ка свою нефть на наш портфель, клянусь, не пожалею. Кто-то в гольф играет в клубе, кто-то ходит босяком, кто-то свежих устриц любит, кто картошечку с лучком. Бог воздал, тут все понятно, разделил, что им, что нам. Все должно быть адекватно, соответствовать штанам. К примеру, князь Монако, обычный князь Монако, не будет хавать англобенс, он не дурак, однако. Послушай, князь Монако, но мы живем в бараках, но твоей княгине да моей жены, как до пики на рака. У меня пропала тяга беспонтовому труду, в туалете есть бумага, я в писатели пойду. Стану совестью народа, буду деньги загребать, буду платно год от года за отечество страдать. И только Пушкин, кучерявый Пушкин, всем видно бронзовым дает понять, что нам цена одна полушка. Скажи-ка, дядя, ведь не даром большие платят гонорары. Уж лучше я продам штаны, куплю себе гитару. Песню «Не ори на жену, баран». Вот, вот всегда в зале есть один такой. Простите, как вас зовут? Виталий. Виталию солнечной Москвы посвящается. Виталию солнечной Москвы в переводе с итальянского «жизненный» посвящается песня «Не ори на жену, баран».
ори на жену, баран, не ори. Не стой, домострой, самодур, не дури. Наградил тебя случай прекрасной женой, так не бейся в подучей, не брызгай слюной. Ори на жену, баран, не ори. Опять заявился домой, бухой. Ну на кой ей нужен такой, ну на кой? За ней ухаживал когда-то невысокий студент, она его не оценила, он теперь президент. Ей так тяжело, так закрой же хайло. Больше гнусная натура, где же брат твоя культура? Сам ты крыса, сам ты дура, с пулей в башке. Портишь интеллектуала, любишь Пруста и Шагала, а орешь, как высший балла, грязно капать. Кто тебя приголубит, кто к сердцу прижмет, кто накормит, напоит и сопли утрет, кто спасает тебя от тоски, кто стирает трусы и носки. Ты кайфово живешь, так чё ж ты орешь? Ты живешь, как какой-нибудь шейх или шах. Шах резана твоя тянет дом, как и шах. Ну-ка, весь как я шкуру, посиди на цепи, поработай на рабыне, поражу на цепи. Что не хочешь, братан, так заткни свой фонтан. Ведь она же как цветок, как прелестный лепесток, как чудесный, как прелестный, удивительный цветок. Ведь она же, блин, цветок. Я наш, блин, лепесток, блин, чудесный, блин, прелестный. А ты кактус, блин, браток. Даже если она не права, а тихонечко так укори, пожури. Ну типа, ты родная, так прекрасна, в целом мире лучше нет. Но ты проехала на красный, ты заехала в кювет, поцарапала машину, осторожней, мой свет. И скажи, милый лобусь, я тобою так горжусь. Мы пойдем с тобою в спальню, встретимую зарю. Ты увидишь, что напрасно считала секс ужасным. Ты увидишь, он прекрасный, я его тебе дарю. Нет, конечно, не все мужики дикари, но практически все хоть чуть-чуть упыри. Я на себя, как только в зеркало с утра посмотрю, так сам себе в сотый раз со стыдом говорю. Не ори на жену, не ори на жену, не ори, не ори, не ори, не ори, не ори на жену, баран! Серёги, в
Впрочем, это для нашего поколения, это, конечно, было для всех Битлз, это было, ну, не то, что икона, не икона, но это была любовь с детства и на всю жизнь. Но для Сереги это было нечто особенное, потому что Серега любил Битлз не просто так, вот, знаете, вот, love, love me do, очень красиво. Серега любил Битлз структурно. У него были ноты, естественно, и он сидел, разбирал партии. И периодически он, значит, приходил где-то, ну, не то, что приходил, но где-то, когда заходил разговор, там, как аранжировать там наши песни, Сереге надо отдать должное, очень много аранжировок, по крайней мере, вот моих песен, очень много аранжировок, он как-то повернул в другую сторону. То есть я слышал песню как-то по-своему, а приходил Серега и говорил, что это все говно, и вот надо... И все время он Битлз впереди себя катил, вы понимаете? Для меня Битлз это то же самое, что для Сереги. Но я не был таким структурным знатоком. А он говорил, вот послушай, здесь вот дабл трек у Леннона, да? Вот дабл трек здесь у него. А здесь они, послушай, как из мажора вот в минор. И не скажешь, что так вот из мажора в минор можно перейти. И он как бы меня давил авторитетом, понимаете, битлами. Он знал Битлз наизусть. Это было совершенно замечательно. Где-то это снято, я очень... Хочу это найти. На Грушинском фестивале 3 года назад пришел президент клуба любителей Битлз города Самары, чудесный человек, и просто на бугре, на бугорке, вот мы вышли покурить, он подошел, говорит, братцы, привет, мы обнялись, и начали они с Серегой на 2 гитары, значит, петь Битлз. Ну, я там своим, там тоже, где помнил, своим, со своим английским там влазил. Я тоже Битлз учил. И это длилось, я вам скажу, где-то с 2:30 до 6 часов. Уже Михаил Антонович, покачиваясь, ушел со своей мандолиной. Понятно, собралось вокруг бугра, вот этого бугорка, собралось огромная куча народу. Это было, ну, просто курили, начали петь Битлз. Один подошел, второй, третий, четвертый, собрался. И они пели на 2 голоса. Ну, на 3, когда я там мог, то на 3. И, то есть, это было, это все заснято. Я обязательно это найду, потому что это и сентукские ребята снимали. Это мои друзья. Я обязательно попрошу, чтобы они прислали. В общем, все, да? Вася Марков нас поет нам чего-нибудь из Битлз. Включит гитару для этого. Синий про, синий про. Мои гитары. Красный привет. Возьми мои гитары. Ну, а я сниму. Yeah.
Second eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Let bird fly, let bird fly into the light of another night. Три песни, ну одну он обязательно подпевал, в конце мы пели «Все будет обалденно», и он там обязательно подпевал. Когда я его там уговаривал на что-то такое большее, он всегда говорил, что ну это мне оно не интересно, и зачем это все лишнее и так далее. Но с Мариком, с Фрейдкиным, сколько, четыре, да, песни? Четыре песни он пел, пять песен он пел, да? Пять песен он пел. Вот сегодня Шурик, так сказать, группа товарищей, да, но Шурик будет петь за Серегу. Группа товарищей исполнит песни, которые... Это все твои, да, в принципе. Песни Марка Фрейдкина. Кроме сапога. А сапог народная. Народная, да. А подожди, а где они? Диабет был, да, Марик это всегда. Добра. Нет, сейчас они подключатся, а пока я просто скажу, что... Все. Александр Платонов, который может считаться учеником Сергея Владимировича Костюхина, потому что когда-то в школе номер один... А, не девятая, девятая школа, где они учились все вместе. Сергей Владимирович получил комсомольское задание взять шефство над детьми. А у них был вокально-инструментальный ансамбль, в котором Шурик тогда играл, на чем-то играл, да, на бас-гитаре. И пришел Сергей Владимирович, который взял шефство над этими засранцами. Он, по-моему, всю жизнь так и упростил Шурику, что Шурик как бы вот ведет себя как просто как равный, вы понимаете? Я его учил, говорил он, этого засранца, играть на бас-гитаре. Там Мишки нет. О, появился. Все, но... Шурик всегда называл его дядь Костя. Александр Платонов и группа товарищей. Марика сына, я помню, он всегда звал дядя Митя, а вот Серегу. Песня называется «Диабет». Кто не знает? Вот. Песня, которая
Немножко грубовато, может быть, получится у нас. Попробуем. Я как-то раз с женою отдыхал в Крыму. Что стало там со мной, не пожелаю никому. Что ж я ей Богу поступил чуму. От слабости мотаюсь, как сопля на весу. Пью воду, как люблю, да после су-су-су. Худею на глазах, прилив желудку к ребе. Врачи сказали, это диабет. Уйдай, покажи меня, чем опасен. Пойдем, что можешь, в одночасье врезать дубу. Ты мой друг, приду принять лекарства. И сыгрался вдруг. Ты должен осознать, что в силу нету причин. Он толком не изучен и не излечен. Ты лимпы не помогут, ни колпак, ни тебе. Короче, парень, это диабет. И сам он не подарок, но гораздо тяжелее осложнее. Я доставлю в челюсть, стеклянный глаз. Одевернули ногами прямо сейчас. Ты его обкалкивай диету, режим не нарушай. Ведь здоровый образ жизни, вот пусть его не мешай. Эту силу скрыться и плавно уменьшай. Куда теперь не брыль, везде запреты одни. И это тебе вредно, и того не ни кредита никакого, всюду полный ребят. Он не сахар, это Thank you.
солнце от осени, глюковой и жопасени светило на красне за гривницу клю. Кухлятка, смазличка, птетелка и птичка, глазка и скрипичка, заткнул ветер и флю. Выйдет козырьем, выйдет розовый дрем, пить спорты, идем пить в утетенке, где дорог. Откуда буханты, ханты, махаты, моче, колду, и выйдешь плечом, делим жизнь сетюру, как драк с кондатюру, ей зюбы не прошли, но скучка, динамка, грызюлись, как блянка, прохрюмела шапка, и успели рук. Харенты, тебе не тёплый, с кем ты? Кеды, 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 плетены и ботинки дадут. Ты без фонды, без гены, дьянты, посланты, клиенты, фанты, фанты, на чековы. И снова в простуде на хлябе в мамуле, с кондрой в чеботуре, кондрает кондрак. Вырвет стыкачку, глядит кондру пачку, и с почку, и с пачку чулюпит вот так. В глубине кондрея совсем чуть-чуть. Опа-на!
Ветрами с корицей и лимонами в гроб. Дюжину славянского заначили в проб. Главное теперь не заплевать потолок, хозяин строг. В рот и запах рот. Дальше в лес, дальше в гроб. Рассосется в путь дорог, и никакая закусь не спасет того, на месте всю зубок разведет. А то дорогой рак-рак-рак-раком оползет. Подожди, макью, вот путь чума, вот начинается лап. Свой рак-н-рот, 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 истокный рот. Жить из бабы, нынче рак-н-рот, рак-н-рот. Мечтаю я о Европе, чтобы лететь.
что покупал мне жемчуга и чернопурки. А ты забыл, что в удачу мне был, лишь каблукам твоим прилипшие окурки. А ты забыл, что в удачу мне был, лишь каблукам твоим прилипшие окурки. Маленький слон. Весна в Черткове хороша, придя со службы не спеша, на гвоздь повесил ППШ печальный шура. Сымает китель и ремень, еще один отмотан день, а за окном кипит сирень, цветет натура. А завтра вновь армейский пыт, которым он по горло сыт, учебный тир, мундир, сортир и командир. И вспоминая времена, когда все это слава на печальный шура сидит у окна. Здесь от тоски сойдешь с ума, духовный харч не густ весьма, и ждет от девушки письмо печальный шура. Но от судеб защиты нет, ей нужен университет, гуманитарный факультет, аспирантура. А как мила она была, когда ей шура устала, забыв дела, пел папе плашала. Теперь она и не должна узнать она, как у окна печальный шура не спит до темна. Oh,
длины, и нет ни водки, ни жены. Берет гитарку со стены печальный шура. Один аккорд, другой аккорд, уж как копыта ноготь дрет, и палец стерт, и первый сорт аппликатура. Да только кайфу не нагрот, и каждый звук как сердце нос, с кем на три голоса встаешь, не зря на вот. И смотрит полная луна, как у открытого окна, печальный шура не спит ни хрена. Печальный шура сидит до темна. Печальный шура.
Ну и в заключении нашего уже очень затянувшегося концерта я спою еще пару песенок, тоже из Серегиных самых любимых. Первая из них – это «Брассенс и Бернес». С каждым днем наш дом снижен, с каждым днем наш дом всю жизнь.
каждым днем она что у нас ближе, с каждым днем она что скажешь, с каждым днем она все ближе, импотенция. С каждым днем липиды гуще в кровь пускают я. Каждый день, чем предыдущий, хуже во сто крат. В выходной и средней неделе, на работе и в отделе, всех нас держит на прицеле дедушка Кондрат. В выходной и средней неделе, на работе и в отделе, всех нас держит на прицеле дедушка Кондрат. И тогда тяжелая кровь, есть тебе так по гром. Ты сумеешь ноги обе стали протянуть. А друзья над этим гробом скажут, что ты не был жлобом, и пойдут с печальным ёбом друг помянуть. А друзья над этим гробом скажут, что ты не был жлобом, и пойдут с печальным ёбом друг на рубль больше нихуя. С каждым днем она что-то сниже, с каждым днем она что-то скажи, с каждым днем она все ближе, импотенция. С каждым днем она что-то ниже, с каждым днем она что-то скажи, с каждым днем она все ближе, импотенция. Спасибо. Оптимистический носик. Может, праздничный концерт. Но на самом деле, ребят, по-моему, концерт удался. Потому что, по-моему, удался. Очень хорошо, что мы его записали, будем пересматривать. Ой. Спасибо вам огромное. Давайте, до новых встреч. Давайте. Мы, ну, будем помнить Серегу, конечно. Никуда не денемся пока. Слава Богу, остались записи, остались там пластинки, остались видео какие-то, записи Серегины. Поэтому я надеюсь, что... Я потом куда уйду, не дай Бог. Ну, как говорится, мы обязательно это, на этом мы не остановимся. Я думаю, чтобы люди не забывали Серегу, мы периодически будем делать концерты, видимо, в апреле. Его памяти. В каком-то смысле на этом месте сказал. Куда убежал? Да и Борис Кудрявцев в каком-то смысле, на каком-то метафизическом смысле. Вот убежал. Друзья мои, спасибо вам огромное. Спасибо, Сереге. Я надеюсь, что... Спасибо, Сереге. Давайте поаплодируем Сергею Костюхину. За нас. Спасибо. Давайте выйдем за него.